Оценил порнофильмы, пусть актрисы субтильны, но они не опасны и совсем не заразны. Они всем, что есть, крутят, они, зная толк, мутят, и на деньги не падки, и скрывают припадки. Жаль, нельзя их потрогать, и скусать проще локоть. Но зато откровенны, любят постперемены, ко всему там готовы, хоть наденем оковы, но любую часть тела не оставят без дела. С этим жанром могли бы избегать бы женитьбы, если б не одно но, жизнь все же лучше кино.